20 ноября во Дворце художественной гимнастики «Татьяна Арена» впервые пройдет детская неделя моды. Kids Fashion Show приурочит к 5-й юбилейной неделе моды в Ульяновске. Организатор события – президент Ассоциации легкой промышленности Ульяновской области Алиса Богатова. Я поняла, что детский блок, которым я всегда не уделяла сильно много внимания, честно говоря, он на самом деле очень интересный. И я стала изучать эту тему больше, стала изучать подробнее и поняла, что на самом деле там очень огромный потенциал. Легкая промышленность сейчас стремительно развивается в эпоху пандемии. И когда у нас закрыта граница, все взоры потребителя стали направлены на товары российского производства. Первая детская неделя моды ознаменуется широкой географией участников. Начинающие известные модельеры сразятся в творческой борьбе за звание победителей Ульяновск Fashion Week 2021. Ожидаем более 20 дизайнеров из городов Сочи, Самара, Казань, Тольятти, Димитровград, Ульяновск. Детская неделя моды – это не просто шоу. Событие имеет практический смысл. Взглянув на коллекции дизайнеров, родители смогут понять, что существует альтернатива магазинам детской одежды. Хотелось бы показать варианты для родителей, где они могут взять ту или иную одежду, с кем можно, какую одежду нужно покупать, с кем можно поработать, где одежду можно найти стильную и при этом еще комфортную, удобную. Лицами первой детской недели моды в Ульяновске станут юные модели Елена Байбикова и Валерия Баканова. Девочки серьезно готовятся к показам, принимают участие в репетициях, чтобы достойно презентовать зрителям коллекции модельеров. Мне особенно нравится сам процесс выступления, когда мы ходим. Нужно соблюдать при показе, когда мы ходим, эмоции, выражение лица. Нужно держать ровную спину и ровно идти по прямой линии. Неделя моды пройдет с соблюдением всех эпидемиологических требований. Стать зрителем можно при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего COVID-19. Шоу будет транслироваться в прямом эфире. Наблюдать за ним в онлайн смогут все желающие. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.